как утим мы здесь, в родном. Здравствуйте, господа! Здравствуйте, господа! Певец, писатель и актер, герой ток-шоу «Ас из Аса». Внутри него горит костер, а звать его вместе Олег Протасов! Спасибо, дорогой. Ну, перед тем, как начать свое выступление, хочу сказать вам огромное спасибо, что вы сегодня вместе со мной отмечаете этот день. Ну, не хотел, как бы я особо отмечать, думаю, так, ладно, узким кругом, говорю, узкий круг сидит там, наблюдает, тогда же начнемся. Сейчас уже наконец-то начинаем, потому что кто-то подъезжал, кто-то микрофонов не было. В общем, все хорошо, спасибо вам, счастья, здоровья, любви. Перед выступлением, я сегодня ехал в машине, думал, надо какое-то приветствие на это, для гостей что-то сказать. Тишина в студии. Собрал сегодня узкий круг, чтобы с вами провести досуг. Сегодня все мы собрались, чтобы было всем нам хорошо. Кто вмажет водочки чуток, затянет кто-то косячок, поговорим о том, о сём за нашим праздничным столом. Мы будем пить, гулять и петь, чтобы душой не стареть. Сегодня повзрослел еще на год, и жизнь добавилась хлопот. Сегодня о проблемах мы не будем, сегодня радость мы подарим людям. Сегодня будем петь мы песни, и допоздна мы будем вместе. Спасибо вам, всех любит вас от всей души, Олег Протасов. Написал, прочел Андрюхе. Андрей, иди сюда. Сегодня же день рождения, не то у меня еще у моего товарища сегодня день рождения. Я написал ему, прочел, говорит, Олежек, а что-нибудь про меня, то это самое, сделай. Я говорю, ну хорошо, сделал тут за 5 минут, вот что получилось, еще и про Андрюху. У друга, у Андрюхи сегодня тоже днюха. Он ростом вышел невелик. Но и пока я не старик. Вы присмотритесь, девчата. У пацана уже есть хата. Да, спокойный, добрый и не псих. Ну чем вам, девки, не жених? Большой вам всем привет от нас. Андрюха Лысый и Протас. Поставлю вино и друзей приглашу, ведь сближает оно. Пусть друзей веселит старой марки вино, нам оно за столом для беседы дано. Кто-то вспомнит и так вологодский конвой, кто-то выпьет за бар, ведь без них волком вой. Ведь для них мы идем на последний налет, мы за них стоя пьем, кто любил, тот поймет. Кто-то выпьет за тех, кого в жизни уж нет, кто оставил свой след на параде планет, кто вселенной дарил по весне все цветы, без оглядки любил королев красоты. Кто-то выпьет со мной за удачу в пути, чтобы фарт стороной... Вот, я бы хотел для них сейчас, и для вас, для всех, исполнить эту замечательную песню, которую вы слышали уже, когда я исполнял еще эту песню в группе «Бутырка». Вот, я бы хотел сейчас исполнить ее в новой аранжировке. Я бы хотел объявить так. Парни, пригласите даму на танец.
рисуй олеющий закат. Рот за колючей ржавой проволокой. Строчку мам, я не виноват. Дорогой брат, я так скажу, потому что очень много лет тебя знаю, как порядочного человека, как творческого, как талантливого человека. Я тебя очень уважаю и хочу тебе пожелать в твоей жизни и в жизни твоей семьи благополучия, счастья, мира, тепла, любви, удачи и всего самого-самого хорошего и прекрасного. Я люблю тебя и люблю твою семью, брат мой. Живите счастливо, от всей души, с любовью к вам. Твой друг Владимир Ждамиров. Дорогой Олег, Олежа, мой друг, поздравляю тебя с днем рождения. Я желаю самого большего крепкого здоровья, чтобы ты нас радовал. И побольше нас радовал. И подольше всех на свете. Еще, Олежа, поздравляю тебя, хочу сказать, мы всегда с тобой, мы вместе, и мы победим, вместе мы сила. И ты всегда говоришь правду, а в правде сила. Мы победим. С днем рождения тебе, с днюхой. Поздравляю Олега Протасова с днем рождения, с его 18-летием, так скажем. Спасибо, что он нас радует своим творчеством, всегда вдохновляет и дает огромные силы и прилив. Олег, с днем рождения. Можно? Сегодня классный день, классный вечер, потому что сегодня у замечательного моего друга и уважаемого человека, который на самом деле олицетворяет собой не только шансон, но еще киноиндустрию, так как он заслуженный артист в России, отличный актер. Ну, он классный друг, во-первых, это самое главное. Хочется пожелать ему дальше творческих таких же успехов. Друзей ему и так хватает. Здоровья и благополучия. Олег, мы тебя уважаем, любим. Всегда с тобой. Ваш Константин Крымский. Спасибо. Протас, от Кондрата тебе, бля, уважуха. С днем рождения, братское сердце, бля. От души, фарта тебе по жизни. Так держать. Очень рад с вами. Кто выглядит на 30 лет? На 28. Олег. Позитивным, ярким, разным, главное не дорасом. Жизнь это прекрасно. Слабым умом и телом пусть и забывают. Зеленым на руках таскать. Главное по пустякам не распыляться, чтобы потом не потеряться. Олежа, братуха, с днюхой тебе, дай бог тебе всего хорошего, потому что ты красавчик, ты сильный человек. Ты прорываешься в этой жизни. А сильные люди нашей земле матушке нужны. Так что дай Бог тебе, братуха, от всей, от всего коллектива, от всей души. Удачи, люблю. Тебя тоже услышу. По боли, по воле, по жилам, по крови, по сердцу. Хотел он прорваться, ему запечатали дверцу. И он полетел напрямую, пробив мою душу.
увесистый вообще. И я тебя тоже услышу. Мы поздравляем! Да, мы поздравляем! И хотелось бы от всей души!